асфальта, началось бездорожье. Ехать осталось немного, но мне это бездорожье не очень нравится. Но виды пушка. Ой-ой, опа, дамба какая-то вижу вон там. Бля-бля-бля-бля, тормозы, вон там. Дамба, вон там. Оп, я не один, значит, все хорошо. Если есть люди, значит, все будет хорошо. Бездорожье. Так, что у нас тут? Предупреждение. Что нельзя разводить огни. Ну-ка, кабана какого-нибудь, слона бы еще че. Ух ты, люди живут. Нормально забрались. Ведем непрерывную видеосъемку до момента приезда. Попробуем запечатлеть все это дело. Ой-ой-ой, поехали куда-то не в туда. О май гад. Так, тетю выключим, чтобы нам не мешало. Обалдеть, смотри, как они там опачки. Люди, вода, ручей. Тропа куда-то там наверх. А, рука затекла. Блин, надо было все-таки колеса подкачать, наверное. Так, ну люди живут здесь, значит... А это что, пикник-зона? Ну да, наверное. Ой. О, пикник-эрия какая-то. Огороженная или что, непонятно. Виды. Успеваю только тормозить, блин. Оп. Деревушка. Опа, чуть не съехал. Ремонтные дороги. Ага, ремонтные работы на дороге. Опачки. Приват. Уф, какие камушки. Приват. А, рука. Что это знак значит? Рере. О, железная дорога. Нихера себе. Я немножко в шоке. А, рере это значит железная дорога, значит, рере. Бам. Внимание. Не знаю, я все равно не понимаю, что там написано. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Разгоняется. Ха! Шутка! Тракторист здесь! Если что, кто его искал. Ох, какая красота. Так, что это у нас тут? Ну, это, походу, пешая тропа здесь. Next line, Gross and Friend, Monsant. Не знаю, что это значит. Тут у нас парк какой-то. А, рука. Сменим руку. Бенч! Ух ты!
Так, ну если дорога не перекрыта, значит все работает. Оп, асфальт. Ну почти. Утрамбованный земля. Вон там снег видно было. О май гад, о май гад, о май гад. Так, если я кого-нибудь бы встретил, было бы круто. Понятно, что там есть проезд. Смогу проехать. Но пока еще никого не встретил. Но видно, что колеса ездили свежие. Ну, следы вот они. Значит, все нормально. Так, осталось ехать чуть-чуть. Наверное. Вдалеке, если вам видно, дамба вот там. Ай, какие там виды. Не увидите, не успеете. Опа. Люди были вон там, вон. Проехал, не увидели. Это радует, значит, дорога проезжая. Мы с моим субариком проедем. Либо он, либо не он. Так, 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 так. Ух, кого-то занесло здесь. Кто-то горцевал. Горцевал. Господи. Эксклюзив на память. Нон-стопом снимаем. Опа. Так, тут что-то какая-то. Станция. Ха, налево нельзя, наверное. Ну-ка сейчас переведем. Стопешка. Сказали налево нельзя, только направо. Приват, что-то там нельзя, короче, ходить. Спидлимит 5, ремонт, мост, река, дэнш. О май, вот как поджерик пролетел. Так, ладно, сейчас надо карту загружать. Приват. Будьте осторожны, тоси-воси, ляси-тряси. Ладно, сейчас мы загрузим карту, посмотрим, что у нас там дальше, куда нам ехать. Приват, но что там, блядь, кругом приват, нигде нельзя ехать. Так, тут у меня что-то, какие-то дядьки. О, какие виды, наверное, давайте мы тоже здесь парканемся. Полюбуемся красотами. Парк какой-то, паркинг. Красота.
Так, тут какой-то северный Boulder Creek. Так, речка. Не знаю, что здесь. Где я? А, вот он, да? Take out. Грос-резервуар. Окей, it's okay. А вот она, пешая тропа начинается здесь для безумных. Блин, надо будет сгонять. О, фишинг. Yeah. Так, ладно. Идем смотреть карту. Нам надо куда-то туда ехать. Итак, собственно говоря, мы продолжаем наше движение. Карта не грузится, связи нет. Но так веселее. Едем в никуда. Время прибытия увеличилось. Время увеличилось, и мы можем ехать. Я не знаю, что такое значит корнер. Надо транслировать. О май гад! Давай, субарик. Уф, какие тут красоты. Камни, ёбнися. Камни, ёбнися. Ехать нам эгегей как не близко. О, хо-хо-хо-хо. Опа, субарик занесло. Полный привод. Да, здесь таблички какие-то. Повороты, шмовороты. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Блин. Он кто-то тут с буксами заворачивал. Как мы сейчас. Как же красиво, а? Ты смотри. О май гад. Мои гишки. Окей. Паркинг. Так, куда-то мы забрались. Я там что-то снизу вижу. Твою же ж мать. Время у нас 2. Так, ладно. Рука опять отваливается. Топорнемся. Надо понять, куда ехать. Так, собственно говоря, водоем нашел. Осталось найти, как туда подъехать. Вот там вроде я вижу дорогу. И вон там вот что-то машина, тут все перегорожено. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сука, опачки, вот люди стоят. Ух ты, блин, лужа. Водоем внизу. No parking, окей. Блин, даем внизу! Как до него добраться?
Ну, судя по дороге, опачки, опачки, вот, опа, дорога, вижу, вижу дорогу. Don't enter, don't enter. Окей. Паркинг area внизу. Ну, мотор понятно. Паркинг area внизу. Так, ну давайте, чё, сейчас припаркуемся, да сходим. Потому что ехать дальше куда-то как-то и нет желания. Ну что, где-то здесь тормознемся. Так, ага, ну это все паркинг area. One way, exit. It's okay, it's okay. Оп, людишки стоят. Вот мы тут и швартанемся куда-нибудь поближе вон туда. Так, это для инвалидов. Оп. Оп. Людишки стоят. Так, сейчас мы сдадим назад, чтобы красиво встать. Чпоньк. Пить, пить. Ладно, пойдем посмотрим. Какой-то резервуар. Так, я понимаю, я тут. Где-то здесь. Так, ну про фишинг запрета нет. Все нормально. Какая-то херобора ходит. Такая херобора ходит. Такая херобора ходит. Ну что, пойдем посмотрим, что там есть. Бедный субарик весь грязный. Так, ну вот тропа вниз. Остается вопрос, можно ли тут ловить рыбу. Так, ну что, у нас только вариант прогуляться и посмотреть. А я хотел, получается... А, ну с той стороны где-то я должен был остановиться, наверное. В планах было. Ну ладно, пойдем сейчас сходим. Оу. Сходим на разведку, еще похавать можно, барбекюшница есть. Вот она, Америка. Все можно. Туалеты есть. Надо сходить. Секуртенку накину. Сходим, посмотрим. Ну что, мы пиздуем вниз. Посмотрим, что там есть. Если все есть, прыгаем на велосипед. Или без велосипеда. И смотрим, что там есть. Что там можно, что там нельзя. О, красота-то какая. Блин, херово потом подниматься. Ой. Стабилизейшн ушел. Господи. Почему так вот сразу вниз нельзя, а? Здесь главное не пройти. А, ну вон внизу. Как они туда заехали? Вот здесь. А, ну там нельзя проезжать.
Или можно приезжать, что-то непонятно, вот там дорога. Я думаю, можно нужно возвращаться, брать удочки и, как говорится, идти. Блин, там тачка стоит. И непонятно. Ладно, берем манатки, еду и спускаемся. Салям алейкум, ёптель. О, ну что, взяли снарягу. Блин, в кадр не помещается. Ну, короче, верьте. Там сзади полное мундирование, табуреточка, как и положено все. Кофеечек. Ну, посмотреть, какие виды-то. Ёханый баба. Ладно, нам надо и спускаться вниз. Кипон. Спускаться вниз непонятное количество метров. Зафиксировать, на какой мы высоте. Это первое. Второе, удачной ловли мне. И, как говорится, все будет зыргут. Блин. Так, ну что тут какие-то кип-аут, кип-аутка кругом, короче. А, ну вот тропиночка идет. А, туда вниз. Видно, не видно. Говорится, мне по барабану. Сейчас мы как поймаем что-нибудь. Погода супер. Я обещали дожди до 9. Естественно, мы приехали поздно. Надеюсь, будет что-либо поймаем. Вот. Что у нас тут? Сейчас мы пере... Блин, здесь нельзя перевернуть камеру. Вот такие булыжники, камни. Сейчас вы меня сзади, за спиной их увидите. Ох, блин. Эти. Ёлочки. Морковочки. Так, ладно, переключаю камеру вперед. Сейчас, минуту. Так, вот, переключились мы. Лямку спадает. Рюкзак неудобный, надо новый. Но это что, хороший холодильник. Так, что у нас тут? Тропинка. Идем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну-ка. Лямка спадает. Животных тварей не видно. Вы же. Please say. Stay on trail. О, птички. Так, используйте, короче, тут, да? О, там палатки стоят. Все, я вижу, рыбак сидит. Все. Место найдено. Сейчас мы туда как забуримся. Так, вот и дорога, тут дорога, там дорога. Там что-то там написано. Вот дорога, которая та. Тут нельзя проехать. Ну там стоит машина, вот и туалет. Не знаю, короче. Тут машина. А, ну тут машина стояла, она уехала. Вот. Блин. Барбекю зона есть. Все есть. Почему же нельзя заехать? Хер его знает. Так. Ладно, мы сходим, посмотрим. Скажут, нельзя ловить, можно ловить. Так, моторки нельзя. Можно байдарки. О, раки. Моллюски. Пантеры. И все такое.
Да нет. Ну, кемпинг. А, здесь нельзя останавливаться. С лодки нельзя рыбачить. Все, it's okay. С лодки нельзя. Туалет, если надо. Так, что у нас тут? Идем вниз. Там я просто вижу палатки или что там, я не пойму. Либо туда, либо сюда. Вот куда пойти? Ну, пойдем туда, посмотрим, что там. Ну, виды, конечно, бомбические. Ой. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Так, ну туда вот нельзя, видимо, стой, туда вот нельзя. Видимо. Не знаю, пойдем туда посмотрим, что там. О, боже. Как далеко. Ладно, прекращаю съемку. Хватит, устал, у меня уже дыхание. Либо просто молча. Так, ну мы на левую сторону не будем заходить. Посмотрим, что справа. И вон там. Так, тут какие-то ограждения. О, мужик стоит, сыт в воду. Или что делать, хер пойми. Блин, хоть удочка была бы, я понял, что его ловит. А то просто стоит. А, не, есть удочка, да? Да, удочка есть, вижу. Две. Все, значит, рыбу здесь ловить можно. Если один стоит, значит, можно. Ой, блин. Ну, лямка сползла. О, еще один. Все, место бомбическое, если есть рыбаки. Правда, не знаю, на что они ловят тут. Ну, что-то там, видимо, хищное. Ну, у нас особого ассортимента нет. Господи, так, зафиксируюсь. Покажу вам. Фокус, блин. Фокус группы экспериментальная. Так, он не один, это хорошо. Ну все, вот мое место, я вижу. Я присмотрел. Ну, блядь, пиздануться бы еще отсюда, вообще будет здорово. Ебать. Все, место бомбическое. Так, ну тут камни. Все, раскладываемся. Короче, время 4:30. Там мужики на поплавки ловят. Не знаю, вон видно, там кинул того, что я так понял, или что. Что-то там ловят, достают. Тут мужик стоял, на спиннинг ловил. На блесну. Вроде какая-то одну поймал. До меня. Я сижу здесь, швыряю, нифига, вон она играет. Кольца. Или как раз в ту сторону заброшено. Не хочет. Не хочет. Закругляться надо. Те мужики, которые там вдалеке
Тоже вроде что-то ловят. Вот тут за бугром мужики, вот они, два поплавка. Не знаю, видно, не видно. Вот один. А где второй? Где-то вот здесь второй. Не хочет рыба. Был момент, удочку доставал, ну, сматывал, и прямо здесь два раза прыгнуло, ну, чуть больше ладони, прямо вот, где вот камни вот эти вот, брык-брык. Говорю, ах ты падла, вон они круги есть, играется он, вон. Но ко мне не хочет. Года пушка. Прохладно. Ну ладно, что. Не сегодня, значит, в другой раз. Сейчас минут 10 еще посижу и поеду. Доставать не буду, прям ждать. Может быть, что-нибудь доклюнет. Посмотрим. Ревуар. Красотища. Красотища. На обратном пути я решил сходить к горной речке по этой тропе. Не знаю, взять удочку, не взять удочку. Просто как далеко вот водопад. Мне интересно. Не водопад, а если я тут, река тоже там. Я тут. А, нет, вот, you here. Ты тут. Вот он я. Значит, я ошибаюсь. Херово английский знаю. И пойти поспробовать швырануть удочку. Наверное, так и сделаем. Попробуем. Быки там что-то переодеваются. Сейчас снарядим удочку. И попробуем швырануть. На. Время есть у нас еще. Куча. Никуда не торопимся. Снаряжаем и идем. Ну что, погнали. Посмотрим, что там есть. Заряда немного. Но будем показывать все, что есть. Да. Вода вроде близко. Так, здесь у нас тигры водятся. Или какие-нибудь... Переведете на паузе, короче. Все стандартно, подписчики. Так. Речку слышу. Вон она, красавица. О, какой там красивый водопад. Я не знаю, что своей удочкой буду делать там. Ну, льется красиво. Можно было туда прямиком спуститься. Но, как говорится, если есть тропинка... Почему ею не воспользоваться? Так, скидываем донаты на камеру. Блин, вот это тут ступени. Как говорится, спускаться легко. А вот подняться будет не очень весело. Чпоньк-чпоньк. Чпоньк-чпоньк. Не, ну вы посмотрите на эту красоту, а. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, компания. Кактусы. В лесу растут кактусы, если что.
Ай-яй-яй. Итак, если, блин, у меня... А, ножик даже не взял. Отбиться, если что, от кого. Ох ты, ёшкин кот, какая там красота. Так. Блин, туда спуститься, то ж там. Все, а вон там. Давай-ка. Ну, туда сейчас спущусь. Все равно туда спускаться. А вот там поднимусь, попробую. Ай. Так, я стараюсь. Вау, тоже красивое место. Опа. Опа. Капа. Что-то я с разбега не получилось. Опа. Ай-яй-яй, сейчас я вам покажу все. Твою же ж мать, туда и... Ну, на макушке деревьев смотреть нечего. Ладно. Куда бы пойти? Наверное, туда пойдем, да? Нам туда надо. Ай-я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 й. Компания. Так, со своей удочкой я не знаю, что я поймаю. Ржака будет. Блин, надо срочно обзаводиться бляснами. Всякой вот этой требухой. Потому что вот такие вот места, это надо видеть. О, красота. Так, сейчас будем выбирать место себе, иначе пойдем отсюда. Ай-я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 й. Яй-яй-яй. Блядь, скользко. Сука. Ой, блядь. Блин, надо поставить удочку. И пойти полюбоваться этими красотами. Так, если я пизданулся, то я не виноват. Но public use. Чё? А, туда дальше нельзя, короче, я так понимаю. Офигеть. Блин, даже спокойного места нету. Как говорится, если упадешь, твои проблемы. Ладно, мы пойдем в другое место. Твою же ж мать. Попробую найти их. Блять, запомнить дорогу, как шел. У меня будет один шанс. Забросить. Что-то я особо и рыбы-то тут не вижу. Обалдеть. Я думал, будет какое-нибудь спокойное место. Но его здесь нету. Так, ладно, сейчас подумаю, что делать. Так, короче, я пошел вдоль воды в поисках спокойного места.
Ну, я увидел, там дядька стоит, рыбачит. Явно не на то, что я рыбачу. Посмотрим на него. Да. По колено он в воде стоит. Сейчас мы пойдем. Обойдем, посмотрим. Ну, там я чувствую, есть спокойное место. Он а что-то ловит. Так, тут тропа собачек. Не будем его смешить нашей удочкой. Поставим. Поплавок что-то у него там. Полный рюкзак. Ладно, не будем смущать дядьку. А вон там спокойное место. Сейчас мы там попробуем что-нибудь. Ладно. Пошел я туда. Ай-яй-яй-яй-яй. Компания, блин, рыбы есть, нету? Вот тут я хочу попробовать. А в камне бьется вода. Тихо, типа тихое место. Попробуем что. Короче, нету там рыбы. Вся в отпуске. Либо у меня удочка неудачная. Ну, в смысле это. Срань господня. Червяк дохлый, короче. Червяк дохлый. Тот мужик тоже что-то ушел, я так понял. Так, давай-ка сюда попробуем найти выход. О, да. Почти угадал. Так, я... Да, нам сюда. Опа. Опа, опа. Так, ну эти... Бревна искусственные. А, ну да, ну вот она. Направление дороги. Так. Так. Блин, пещера какая-то. Что за херня? Видно, не? Твою ж мать. О, я же говорю, спуститься. Раз, два. Вот подняться. Это да, еще-то удовольствие. А я хотел еще на байке. Так. Налево. Направо. Куда? Твою же мать. Так, ага, налево. Да, вот он камень. Нихуя не угадал. Вот сюда.
Ну что, ой, о, следы мои. Явно. Да. Камешки. Ой. Фу. Все, фигня осталась. Срочно бросаем курить. Так, по-моему, сюда. По-моему, сюда. Да, вон дорога вроде. Да. Ой. Похудели. Ой. Фух. Фух. Финиш. Фух. Ой. Что за птица? Птица воробей. Желтопузы. Все. Перерыв. Ой. Ну это вот тот рыбак, походу. Тачка его. Так, надо придумать, как положить удочку, чтобы не сломать. Тынч, тынч. В принципе, если я вот так положу, с ней ничего не будет. Все, финиш. Да, комедия. Все, время провели здорово, рыбалка не задалась, но ничего страшного, главное что, практика, дальше, как говорится, ух, какой красавец, дальше будет видно, тут вот дорога домой, короче, из Токласса, я так понимаю, под дорогой здесь река протекает, вот, да, вот она протекала, сейчас слева вышла. Тут вот за бордюром там река Кол Крик, по-моему. Или Кул Крик. Короче, какой-то там крик. Да, надо херобора свалится, будет жесть. Ух ты! У кого-то сарайка прямо под скалой. А, ну вот здесь мы достояли. Оп, оп, оп. Тут чувак живет хорошо. А вон там вон дом на колесах стоит. Или, ну да, дом на колесах, но фургон. А это я так и не пойму, что такое. Это национальное что-то или что? Что-то да, такое. Типа лес, что-то такое. Ладно, всем хай. Вент.